Наконец-то мы в Москве, и вот мы на Красной площади. Вокруг красота, вот такие крыши, вот такие вот заборы. Вот так вот все красиво. И кучу народа. А самое красивое, вы посмотрите, какая крыша на Гуме. Это как в Париже на Лувре. Вот здесь возле Гума такие красочные клумбы. И висел здесь все так красиво, ну просто красота. Вот мы в Гуме поднялись на третий этаж. Сейчас будем обедать в столовой 57. Это я поднялась. Наташа пока с Ларисой стоят и ждут, пока группа иностранцев пройдет. Вот я пока сниму здесь такие ретро-радио. Проигрыватели. Ретро-магнитофон. И все здесь сплошное ретро. У тебя еще полно энергии вначале. Такие лестницы высокие. Идем. Вот, столовая 57. Вот телевизор. Телевизор. Вот с таким экраном. Вы видели когда-нибудь? У нас было вот такое радио. Именно такое? У вас такое? Ну, не знаю, Харьков или нет. Так, идем. Да у вас все было. У вас даже фильмы снимать, прокручивать. Так, все, мы идем в столовую номер 57. Вот мы на Красную площадь вышли. И мы смотрим, как здесь красиво и как много народу. Сейчас бокс, что ли, будет? День бокса? Нет, день. 12 часов. Вот какая здесь красота. Вот мы сейчас там
сидишь, что ли, читаешь? Да. На фоне такого вида. Сейчас в парке Коломенском, и мы смотрим вот эти архитектурные шедевры. Вот это самая красивая здесь такая церковь. Вот, и вот те ворота мне тоже очень нравятся. Вот эти ворота очень красивые. Так, вот мы находимся в селе Коломенском. Нет. И красиво мы здесь смотрим. Очень красивые сооружения. Наличники, крылечки, роспись красивая, колонны. Все очень красивое. Крылечко театральная хоромина. Вот это здание называется. Вот Наташа, вон Лариса. И мы тут гуляем и наслаждаемся красотой. Вот такие здесь еще крыши есть с флигельками наверху. И вот такие крыши. Ну вот это, конечно, крыльцо. Это шедевр. Шедевр. Смотрим, смотрим, смотрим. Очень красиво. Вот царь-то Алексей в таких хоромах жил. Еще мы пришли вот в это место, и здесь совсем красиво. Вот там наличники. Очень красивые вот эти, как теремки, крыши. Здесь лев и единорог.
нарисованы. И еще здесь вот такая крыша шикарная. Вот такая толстая и зеленая крыша. И вот там маленькая тоже зелененькая крыша. Ну, в общем, здесь совершенно потрясающе. Народу очень мало, кстати, потому что сегодня здесь как бы выходной день. Вот. Наталья фотографирует. Лариса уже ушла. Ну вот. Такая красота здесь, в Коломенском. А я еще не засняла вот этого двуглавого орла на вершине одной из крыш. И еще вот здесь тоже лев и единорог на макушке крыши, вот этой зеленой. Все потрясающе красиво. Потрясающе красиво. Вот мы на станции Площадь Революции, и здесь много скульптур разных. Я вот сейчас сфотографировала с такой собакой служебной. Вот здесь вот рабочий с гурьев, с буровой установкой. Вот здесь кто-то сидит, читает, кажется. А здесь петух. Ой, с петухом я тоже. Колхозница с петухом. А вот Лариса и Наташа. Я сейчас их рядом сначала. Надо, главное, под электричку не свалиться при этом. Вот, значит, Лариса с Наташей сейчас на фотке. Самое интересное, что у разных статуй, вот здесь вот мужчина с ребенком, у разных статуй люди держатся за разные вещи. Вот здесь за ножку, всю ножку уже озолотили. Там вот у спортсменки у одной башмак, а там женщина одета в элегантные туфли. У нее туфли тоже трогают все на счастье. Здесь тоже кое-что трогают люди на счастье. Мы опять вышли на улицу, и здесь вот эти висюльки нам так понравились, что мы... И они длинные-длинные, они на всю вот так вот длинная-длинная улица, и везде эти... Висюльки висят блестящие, очень красиво, очень нарядно.
Поехали, поехали быстрее. Нам надо на Киевский вокзал. Видео сделать? А я сделала видео. Лена, помаши ручкой.